Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Гномий Король, ребят, гномы. Ой-ой-ой, что началось? А ну-ка. Так, что тут у нас? Я предлагаю вот эту удалить лестницу, пока если она не нужна нам. Это тоже уже выполнило свой функционал. Так, наши технологии остановились на моменте со светильниками. Для приготовления настольных ламп нужны бутылочки. Для изготовления бутылочек стекло. Но это все мы задали. И вот начали делать только стекло. Поэтому, в принципе... Так, вы что тут стучите? Так, вот уголь. Я предлагаю за углем сходить, ребят. Очень не помешает нам. Вот так вот. Паренек отправился. Так, давайте здесь достроим уже. Менять уголь. Здесь 59. Да я думаю, можно спокойно здесь. Уголя, ребят, очень много нам понадобится до следующей атаки. Ого, смотри, кто пришел. И доломали дверь. Лады, лады. Надо сделать пару коробов, 100%. Настенная лампа. Ржавый шлем, почему не одет, непонятно. Технологии, давайте посмотрим, что там у нас требуется. Короб. Две веревки и 4 дерева. Отлично. Теперь давайте нашим паренькам. Скалолаз, рыбак, пловец, плотник, лесоруб, повар. Где рыбак у нас тут был? На, поплавок. Может, рыба будет ловиться. Вот парень без оружия почему-то. Непорядок. На, ржавый шлем будет у тебя. Мне больше интересует, когда вы, ребята, чего себе тут угля
Просто посмотрите, сколько. И руды здесь, мама, не говорю, это я удачно зашел. Давайте вот так вот сделаем. Вперед. И вот этот надо кусочек сделать, чтобы поудобнее было гному. Хотя правильно было бы здесь лестницу вот напрямую просто проложить. И они вот не ходили так, как лады. Вперед, ребят, работаем, работаем. Так, стекло изготовляется. Все-таки начал наш кузнец свою работу. Все отлично. Давайте сразу ему закажем бутылок. Окей. Многолучник, отлично. Исследование глубин. Получен опыт. Новый уровень, ребят. Деревянной стены нам подкинули. Пару кроватей. И нового гнома мы получили с вами. Давайте так и сделаем. В любом случае. Вот так вот пусть будет. Хотя нет, не очень-то и. Да ладно, пусть сделают. Так, мы же в свою очередь скрафтив 5 бутылок, имея ягоды и камень, сделаем масло себе. Тут лифт будет у нас 100%. Начинаем, ребят, работаем, работаем, не ленимся. Еда есть, кровати есть. Так, кто там у нас появился, новый гном? Давайте взглянем, что у паренька. Не хватает дубинки, не хватает железного топора. С кирками вот как раз проблемы будут, поварёныш. Так, где лучники? Вот лучник. Использовать 37 лучник. У нас уже молодец. Что по заданиям они хотят, чтобы мы сделали? Новая технология улучшения и защитите дом. Необходимо защитить подступы. Давайте, почему нет? В хозяйстве пригодится. Так. Окей.
И сразу за железную руду отправляйтесь. Спокойно. Да и вот здесь за грибами можно сходить. Или что это у нас? Сталактиты. Янтарь. Технологии. Лампы настольные. 10 штук есть. Стекло тоже есть. Окей. На лампы сейчас и обратим наше внимание, потому что они просто необходимы. Со стеклом тоже проблем, по-моему, нету. Неужели закончился песок? Ну это вообще не вопрос. Песка у нас, как говорится, бери не хочу. Железная руда заменена. Хватит спать, лентяюги. Ух, лентяй. Замуровали ероды. Отлично, бутылочки, стекло изготовляется. Осветительная стойка, переносная лампа. Не, мы настенными лампами просто догоним. Хотя нам желательно сделать что-то новое. Так, рыбы есть, 3 куска, масла тоже есть. Плюс есть еще уголь. Пожарим чуть-чуть нашим паренькам рыбки. Я думаю, можно отправить кого-то на рыбалку. Так, отлично. Я считаю, довольно-таки неплохо мы устроились тут.
18 минут, ребят, до атаки. Нам бы получше развиться. Проблема вся в стекле, оказывается. Отлично, отлично. Ребята вкалывают, что сказать. Закончилось масло. Пожалуйста, нате 10 штук вам еще. Мяска не желаете побольше? А то мне оно тут мешает чуть-чуть. Эти опять хулиганы. Дверь ломают. Хулиганы зрения лишают, знаете как. Так. Так. Так, вот так. Давайте посмотрим, что они сделают. Здесь у нас, ребят, необходимо просто убрать. Не-не, вот. Не надо туда было идти. Вот телепорт, если что. Если кто не знал из гномов, вдруг. Так, я думаю, можно спокойно. Хотя нет, подождите. Тут-то можно. Неудачно факел был поставлен. Ничего. Так. Давайте сделаем пару переносных ламп, я думаю. Хотя нет, я бы такой, чтобы знаете, что сделал лучше. На шахтерскую лампу. Давайте посмотрим, что такое шахтерская. Могу установить на пол в любом месте. Они хорошо подходят для использования под землю. Ну, шахтерскую лампу это, конечно, неплохо бы поставить. Но меня пугает то, что на шахтерскую лампу, ребят, расходуется необходимая нам веревка. Поэтому железная руда есть у нас. Все. С этим покончено. Не желаете вот здесь колючек наставить, дабы супостаты у нас не сильно серчали. Давайте уже там, кузнец, качайся, молодец. Кузнец просто не отходит от кузницы. Мельник тоже хорош. И вот здесь лестница. И тогда вопрос будет решен. Заменить, заменить. И вот здесь докапываем полностью все, что можно докопать. Монетку там не забудьте, пожалуйста, уважаемые гномы. Так, что с оборонительными сооружениями? Все отлично, я считаю.
С этой стороны еще добавим чуть-чуть. И можно выносить с панели уже другую. Давайте поставим, почему нет. Чтобы знали, да? Что сюда лучше не приходить. Я не знаю, как вы сюда залезете. И залезете ли вы вообще. Так, вот тут отлично. Что вы там бурчите? Ну, упал паренек. Что теперь? Возмущаться? На. Чтоб ты сильно не возмущался. Окей, окей. Так, по технологиям у нас. Давайте уходить чуть-чуть. Все. С этим решили. Долго еще светильники качаются? Отлично. И теперь мы можем забрать вот этот уголь просто-напросто и все. Снег пошел. Я бы такой вот так, чтобы прокачал. Потому что вот здесь мне уже нечего делать. Будем спускаться сюда. О, паренек, что с тобой? Давайте, знаете, как увеличим исполнение наших задание. Вот просто пусть. Все, это нам просто уже здесь не нужно. Отлично. Рыбалка закончена, дерево технологии, рыбалка нам открывает возможность фермерству, а именно ограда фермы, это то, что мне необходимо. Пшеничные зерна, мельница, мука и магический лес. Вот это будем сейчас и прокачивать. Опять же нам нужна веревка. А у нас шерсти там просто минимум. Так, что у нас с овцами? Одну я увидел, еще одну. Ну, давайте за этой, наверное, сходим. Где она там? Прыгает. Попрыгунья. Заодно заберем дерево тут. Вперед! Догоняй ее. Наконец-то добротная мебель, деревянные кровати. Я как чувствовал, что мне сейчас понадобится очень много дерева. А то спим непонятно на чем. Да, гномы.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все закончилось. Ты догонишь эту овцу сегодня? Тебе не кажется, что долго сильно там за ней охотишься? Вы тут что лазите? А, я понял, вы забирали. Ну все, тут в принципе все, что нужно, сделали. Возвращайтесь, пока нам здесь нечего делать. У нас куча работы на поверхности. Ладно тебе заменить камень, заменить снег. На. Не, ну, подсадите, паренек падает. 36 секунд. Придется продлить. Отлично, отлично, ребята. Ледяной стол. Надо сделать льда. Так, а ну-ка, ребятушки, добавьте снега. Ты что тут стоишь? Снег. Вперед. Понятно. Тут стекло не останавливает, смотрите. Рубашит и рубашит. Окей. Что со льдом? Раз, два, три, четыре, пять. Ледяной стол есть один. Нам нужно больше льда. Маловато снега будет. Просто вот так вот сделаем и все. Выровняем коридор. Понятно. Хорошая книга скалолаза. Пусть работает. Скелеты уже идут. Окей. Пока мы, значит, убираем здесь. Скелеты пока дойдут. То такое. Так, что у нас с фермой? Как же нам быть? Не знаю, возможно ли строительство фермы под землей, вдали от случая солнца. Ну, по крайней мере, давайте попробуем. Ограда делается с веревки, ребят. Веревку все равно необходимо сделать, и нужно много веревки. Ограда. Так, доски есть. Гвозди есть. Листья тоже присутствуют. Также есть доски.
И пшеничные зерна, я сказал. 3, 4, 5. По-моему, 5 хватит с головой. Все. А ну-ка, займитесь-ка делом, господа гномы. Вообще давайте срубуйте тут все. А то ты смотри на них. Да, недалеко ты прошел, парень. Недалеко. Получается, не нужно, да, уже здесь. Бог с ним. Так. Столы. Лед. 9. Мало снега, ребята, оказывается. Нормально мы тут собрали. Ничего себе, пусть только попробуют пожаловаться, что нехватка у них снега. Или льда. Полностью терморфинг. Нормально. Так, что с технологиями? Где наши столы? С добротными. Так, кирпичи, сталь.
Уголь есть, железная руда тоже есть. Я думаю, нам понадобится много стали, поэтому давайте по максимуму закажем 50. Пусть начинает по чуть-чуть переплавлять. Все. Вот здесь заканчивайте, ребят. Здесь заканчивайте. Давайте посмотрим, что у нас с фермы. Создать. Возможно ли создание фермы под землей? Мне интересует вот этот вопрос. Ограда. Вот так вот. Интересно. Сейчас будет посмотреть. Вы-то тут что ходите? Я не пойму. За землей пришли, вот тут вы даете. Кошмар. Это ж надо, черти куда отправились. Мельница. Жернова мельницы могут измельчать зерна для превращения их в муку. Нужно делать. У нас, кстати, проблема уже, ребят, с деревом начинается. Также нам необходима ловушка. А для него, для ловушки нам нужен... Опять. Где эти овцы, бараны и так далее? Вот они. Две как раз здесь. А ну быстро мне тут наловили их. Заодно вот это нам... И вот так вот можно просто. И давайте. Ладно, пока это не обязательно. Тут смотрите, как красиво сделали. Короче, застраивайте. Чуть книгу мага не пропустили. Ничего себе. Так, мельник. Скалолаз и пловец. Скалолаз и пловец есть. Отлично. Маг. Есть мельники. Повара мельник пусть будет сзади. Да, видите? Та! Красота! Тогда нам не нужно было убивать. Не, ну нам по-любому надо было убивать. Потому как нам... Вот, и вот эти овечки. Две должны сейчас попасться мне. Давайте сделаем вот так. Создадим веревку. Также создадим ловушку из листьев деревьев. С веревкой проблем пока нету. Замок, зерно и дерево. Отлично. До одной хватит с головой.
Все, и сейчас сюда поставим ловушку просто этих двух овечек. Наверное, не нужно. А уже она не решает. Опа. Нормально. Что ж, ребят, давайте, наверное, на этом моменте закончим. Продолжим в следующем видео. Тут, смотрите, у нас атака началась. Как раз следующее видео начнется интересно с атаки нашего небольшого гномьего царства. С вами был Жак Херсон. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока, ребятушки.